Сегодня, в ночь с 13 на 14 января, россияне отмечают Старый Новый год. Дополнительный праздник появился благодаря смене летоисчисления. Это тот же Новый год, но по юлианскому календарю. Мы решили выяснить у жителей городского округа, как они относятся к празднику и будут ли его отмечать. Будете праздновать Старый Новый год? Ну, не знаю, как получится. А как вы думаете, как его стоит отмечать? Ну, как всегда. Встречается как Новый год, так и Старый Новый год. Весело, хорошо. С семьей. Почему и Новый год хорошо, а Старый Новый год еще лучше? Потому что уже еще какая-то надежда, что еще есть. Не зря говорят, надо бы терпеть от Нового года до Старого Нового года. Будем. Только пока не знаем как. Но в кругу семьи понятно, что. В кругу семьи ужин. Так, приготовим что-нибудь вкусненькое, посидим. У нас вот детишки, всей семьей соберемся. Отмечать? Ну, наверное, как обыкновенный Новый год, когда праздновали. Так что так. Немножко поскромнее, но где-то так. Навряд ли. А почему? Ну, вот я опять же читала историю, что сначала Новый год начался 1 сентября, потом 14 января, и поэтому для меня это как бы дата незначительная, раз уж мы отмечаем все с 31 на 1, соответственно. Но если кто-то поздравит, поздравлю в ответ. Ну, наверное, будем, да. А как его отмечать? Как отмечать, по традициям вообще не в курсе. Ну, это, наверное, чтобы весна пришла, чтобы урожай был, наверное, с этой мыслью, я так думаю.